Я грамотный пешеход. Так о себе могут сказать участники районного конкурса юных инспекторов дорожного движения. Ребята не просто знают ПДД, они готовы креативно рассказать о правилах, проявить не только эрудицию, но и творческие способности. Отзывчивые, активные, целеустремленные ребята из различных школ Щелковского района говорят «да» знанию правил дорожного движения. Участниками районного конкурса «Агитбригад» стали свыше 30 отрядов юных инспекторов дорожного движения. Старшие и младшие возрастные категории, ученики с 4 по 9 классы. Состязания прошли в детском оздоровительно-образовательном центре «Лесная сказка». У нас принимают участие в конкурсе сегодня 33 отряда юных инспекторов движения из 26 образовательных учреждений Щелковского муниципального района. И Литвиновская, и Орловская школа, и Монинские школы все, и Фрианово к нам приезжает, деток очень много. Каждый отряд подготовил яркое выступление. Дети пели, танцевали, читали стихи на номер не более 7 минут. Оценивало все, но главное – информационная насыщенность. Ведь задачи конкурса гораздо шире, чем могут показаться. Это постараться снизить на дорогах района количество аварий, в которых пострадали дети. За 9 месяцев текущего года 8 деток у нас пострадало в дорожно-транспортных происшествиях. В аналогичном периоде прошлого года это 23 ребенка. То есть у нас наметилась положительная тенденция к снижению, но тем не менее мы не снижаем, да, темпов по пропаганде безопасного дорожного движения. Ребята старались как могли. Каждый отряд стремился удивить жюри и зрителей костюмами и постановками. Некоторые даже использовали на сцене транспортные средства. Для юных инспекторов дорожного движения такие конкурсы всегда праздник. Мы получаем знания о правилах дорожного движения. Мы можем научить других детей соблюдать их. И просто нам это нравится. Может, в будущем кто-то из нас будет работать в ГИБДД. Как молния, привыкли побеждать! И в этот раз попробуем во всех переиграть! Победителями районного этапа в младшей возрастной категории стали ребята из Щелковской 4-й школы, а в старшие первое место поделили между собой отряды из Свердловской школы имени Михаила Марченко и Щелковской номер 2. Последние будут представлять честь района на зональном этапе конкурса. Состязания пройдут 10 октября в Мытищах. Но главный приз ребята уже получили – бесценные знания и опыт. Дарья Заснегова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».